Облучение продукта ⁇ это обычно магический прием, который называется ⁇ Я испытываю радость от этого предмета ⁇ Именно поэтому, чем больше радости в предмете, тем больше шансов его продать. И мой совет такой, смотрите на свой сайт и говорите, какой он красивый, как же мне приятно, как мне радостно. И начинайте классать, пусть вам все в этом сайте нравится. И старайтесь, что бы вы ни делали, облучать вот такой радостью. У вас есть киоск, или вы готовите продукт, который собираетесь продавать, или вы готовите договор какой-либо, облучайте это все радостью. Делайте это в хорошем настроении, делайте это весело, делайте это радостно, делайте, создавая эмоцию. Когда встречаетесь с кем-либо или вы работаете продавцом или вам нужно заключить договор старайтесь делать так чтобы появлялась радость у того человека который к вам приходит а что это это встреча человека с улыбкой не забывайте создавать элемент Который, о котором говорил Булат Акуджава в свое время. Он пел песню «Давайте говорить друг другу комплименты, чтобы создавать хорошие моменты». Старайтесь людям, которые приходят к вам, создавать с ними эмоцию. Обучайте своих продавцов создавать эмоцию. Обучайте тех, кто работает в скул-центре у вас, создавать эмоцию. Сами создавайте эмоцию. Будьте человеком-источником эмоций. Если научить продавцов, которые продают где-либо, общаться с людьми, и при этом во время этого общения говорить или обучать их давать человеку комплимент, то можете сто процентов быть уверены в том, что этот человек навсегда будет вашим дальнейшим клиентом и всегда будет с вами на сто процентов коммуницировать. Обычно люди в магазин заходят не за покупкой, это очень редко бывает. Обычно люди в магазин или люди куда-либо заходят для того, чтобы получить какую-либо эмоцию. Хорошую, плохую, но эмоцию лучше хорошую, потому что за хорошей придут еще раз, а к плохой не придут.